самый крутой, и вообще, а что он тебя любит? Вот она как и должна это выражать. То, что она уже со мной хотя бы. То есть и все. Да, ну вот это... То есть не надо восхищаться твоим творчеством, не нужно говорить о том, что ты у меня там умный или красивый, не нужно тебя поддерживать в сложных ситуациях. То есть это приятно. Это прям бальзам на душу. То есть это надо. Это не мое требование. Но это нужно тебе. Мне это приятно. Если ты понимаешь, что это приятно, почему то же самое нельзя делать человеку, который здесь справа от тебя? Можно, Влад. Но я тупанул, я глупый. Максим, а мне вот интересно, а если бы гипотетически так получилось бы, чтобы на месте Ани был бы ты, а Аня вот так вот себя вела, сколько бы ваши отношения продлились после этого? Час? Она не понимает, что даже часа бы не продлились, Максим. Смотря что она делает. Ой, да бесишь, врет. Ему не нравится, когда им пренебрегают или ему не уделяют внимания. Давайте вспомним даже те самые отношения, когда он встречался с Клавой, из-за чего они расстались. Из-за того, что Клава припоминала бывших, не превозносила его, не говорила о том, что он для нее самый лучший. И это была причина расставания, как он говорит. Здесь же, когда он говорит, не знаю, как бы я себя чувствовал, он бы себя так же чувствовал, и эти отношения бы быстро закончились. Просто, я не знаю, он стал более каким-то равнодушным, черствым, я не знаю почему. Вот если вы уйдете с проекта, да. Вот на сколько процентов ты уверена в том, что ваши отношения развалятся? Типа, если они... Сколько процентов? Процентов 50. Того, так же, как и здесь. Здесь 50, и там 50. Нету такого, что мы и жили за периметром, мы и там ругались, и доходило до того, что мы расстаемся. Всякие ситуации могут случиться в жизни. Мы можем просто из-за пустяка расстаться, мы можем разлюбить через день. Всякое может случиться. Максим, ты к семье готов сам? Да. Что Аня может сказать о том, что она не очередная в твоей жизни? Хотя бы то, что ты абсолютно со всей семьей знакома. Вот прям со всей до единого. То, что... Макс, это сейчас не аргумент. Ты Клаву так же знакомил и говорил мне, что ты ее взял, потому что тебе выходной нужен был. Да, так и было. Но так же ты ее знакомил и с бабушкой. Нет, она не знает. Ой. Ань, можно без этих чудных слов? Может, реально очередная? Нет. А может, да? А для чего-то? А я откуда знаю, для чего? Может, у тебя какие-то, не знаю, видения жизни по-другому? А для чего? Вот очередная. Вот для чего мне очередная? Да господи, просто так. Вот для... А что мне просто так с тобой делать? Да я откуда знаю? Ты почему мне задаешь вопросы, Макс? Я на свои вопросы отвечаю. Ты нет, у тебя немножко нет вопросов. А я не знаю на такой ответ. Дайте я по-другому задам вопрос. Что вообще для тебя значит в твоей жизни? Что я в твоей жизни? Вот что я для тебя значу? Насколько я для тебя значима? И что вообще? Вот ты видишь меня, что я в твоей жизни? Или кто? Жена, мать детей, бизнес-партнер в кое-каком деле. Вот так. Но все это может быть когда-нибудь? Нет. Лёш. Макс, я сейчас не хочу там рассорить вас, просто, здесь разговор сейчас идет, как два следователя с тобой разговаривают, Аня и Владик. То есть и два плохих, и ты не понимаешь, что сказать. Ты хочешь сказать, но ты не можешь. Тебе нужно просто как мужчине принять решение такое. Анька, реально, тебе повезло с девушкой. Она здесь, вот нет таких девочек, но я редко встречал таких, как Анюта, да? Она прямая, честная, с ней можно идти вот с закрытыми глазами за периметр, там, в будущее, куда угодно. Просто твоя мотивация ей непонятна сейчас. Почему хорошо, ты спасибо, не занимаешься всем миром, но не идешь дальше? Спасибо, Леш. Жень, на самом деле, то, что Максим сейчас занимается больше карьерой, конечно, первым делом самолета. Но не стоит забывать о том, что девочка – это в первую очередь цветочек. Если его не поливать, он завянет, и смысл тогда, если ты не хочешь его поливать, образно говоря, да? То есть, Макс, если ты действительно чувствуешь, что ты отходишь в сторону, не будь благодарен ей. А ты не видишь, Жень, ты не знаешь в конце отношений с Кристиной, вот этим поведением? Лучший способ отблагодарить человека, это его отпустить, если ты дальше не сможешь сделать это. Жень, вопрос слышишь, нет? Ты себя не узнаешь в поведении в Максиме в конце ваших отношений с Кристиной? Нет, у нас немножко по-другому, но больше, наверное, если реально сейчас все думают о том, что Макс, я просто это ему тоже говорила. У меня тоже были такие мысли, можешь признаться? Да это не так. Если все думают, то пофигу, что я же тоже так думаю. Что думаю со стороны. Я же тоже думаю.
давайте так, наплюем сейчас на мое мнение, на Анькино мнение, да, а дадим возможность Максиму совершить поступки, которые утрут нос, скажем так, и мне докажут, что он любит Аньку, и Аньке докажут, что он ее любит.